сегодня у нас с вами замечательное мероприятие. Со мной сейчас находится ведущий блогер Ярославского региона. Это Женя Иванов, кивни нам камерой. Вот. И сегодня, как мероприятие называется, Жень? Фестиваль настольных игр Яркон Бета. Яркон Бета. Бета, потому что... Как выяснилось... настольных игр, но и целых клубов Dungeon and Dragons, Warhammer, у нас ребята вкратце, это вот эти вот игры, это, скажем так, такая высшая иерархия, потому что подразумевает собой полностью свободный мир. Здесь у нас есть и молодежь, здесь есть даже жительницы района достаточно преклонного возраста, они все равно играют все вместе в настольные игры. Но самое интересное, мы сейчас с вами попробуем посмотреть лучший мастер класс, так сказать, топ-уровень этого мероприятия и немножко расспросить, да, что они здесь делают. Мы идем туда к ним поближе. Вархаммер, оригинальный не 40к, да? Оригинальный, да. Фэнтези, который. А вы? Аналогично, то же самое. Тоже аналогично. Но какой-то другой персонаж. Сейчас вам расскажу бумажку. Скажите, пожалуйста, ваши номера телефона. А вы эльф? Да, у нас двое. А я просто не был очень давно. Не-не, вы темный эльф. Мы просто скромные представители вашей нации. Понятно, а как вы тут вообще с людьми-то нормально сидите уже одним столом? А что, прислуга должна быть всегда рядом. А мы... хаоситы? Нет, я... Это... Мы тройка ДНДшная, у нас для квартета не того, файтера нет. А. Клирик, вор, маг, а файтера нет. Испарился. Это что? Хаосит подальше от нас. Все понятно. Представитель хаоса, которого обратить никак не удается, бегает быстро. Да, еще и писаюсь. Слушайте, а у вас сейчас вот есть какая-то, ну, то есть у вас уже завязка игры началась? Да. А можете один ход показать? А... Ну, то есть, или вот, да. У нас сейчас боевка. Что-то вот можно будет продолжать. Я скину восприятие на 16 на поезд. Алексей начинает замечать большую, малозаметную ранее паутину. Вы двигаетесь вверх по холму, чувствуете, что под ногами гравий, да, собираете сейчас камушка перед собой, я не знаю, для какой-то 50. Маленький, ты не будешь. Так, можно здесь очень медленно, и тебе удается покрутить головой и найти реально паутину на вот на этом дне. Вы понимаете, что где-то здесь, судя по всему, есть паучий логово. Народ, там паутина. Окей. Смотрим внимательно. Она свежая. Значит, где-то рядом паучки. Есть предложение. Давайте выманим хотя бы тех пауков, которые поближе, громким звуком и начнем обстрел. Давай я лучше выйду вперед. Почему такие красивые? Нет, давайте барда пошлем. Барда не жалко. А тебя не жалко. Они его есть не будут, он не будет. Давайте пошлем. Ну ладно. Я сейчас общий обзор сделаю. Вот так проходит сегодня Яркон Бета. И на самом деле, из самого классного в этом мероприятии, то, что желающие могут найти клуб по интересам действительных людей, которые играют в топовые настольные игры, в том числе в Ярославском регионе. И, как я понял, организаторов, они играют это на постоянной основе. Ну, а с вами был блогер всей Руси Евгений Иванов и добрый Данил. Всем добра!
Всем добра.